ребят, как так произошло, а? Нырнули там, а вы нырнули тут. Прям магия какая-то. Ну что, классный, классный телепорт у нас тут есть. Вам понравилось? Пишите комментарии. Ребята, если вам понравилось наше видео, обязательно лайкайте, комментируйте. Бандитос! Всем привет! И я новая ведущая этого канала, Кэти Тревел. И мы будем с вами бомбить крутые видосы с острова Бали. Вы скажете, кто я такая? Я путешественница, блогер и просто обычная смешная девчонка. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм katy.travel, а также в тикток. Я также там записана. Кстати, как я оказалась на Бали? Все просто. Я просто бросила работу и улетела сюда. Кстати, я путешествую очень много по миру и не только на Бали прилетаю. Обычно Таиланд, Филиппинские острова, Шри-Ланка, Европа, Париж, Амстердам, Румыния и много-много разных стран. А еще я начинающий тиктокер. Стараюсь выкладывать видео каждый день по 2-3 видео. Что же мы будем делать с вами на этом канале? Конечно же, смотреть и комментировать смешные видосики, но самое главное – пилить их сами. Один вы уже видели в начале. Ах да, напишите комментарий, понравилось ли вам это видео или нет. Ну а сейчас давайте посмотрим с вами подборочку классных видосиков. И да будет магия! Сейчас дождь начинается. Это во всей красе Бали, ребята. Это Бали. В общем, погода все испортила, сезон дождей на Бали. Я перемещаюсь. Поэтому не переключайтесь. Телепортация в лопухи. В общем, ребят, будем смотреть подборочку. Погнали. Будни таракана. Тик-ток. Охренеть, он на... Что с ним происходит? Почему он боком? Ленивый кот, который не может даже спуститься ногами. Конечно, он колобок какой, представляете, блин. Ест постоянно. Я уже даже представляю, как кот лежит постоянно, лежит и клюет свою миску. Начался дождь. Еще сильнее, тропический дождь. Ах, да, есть кто-нибудь у меня, кто путешествует так же, как и я? Бандиты, а вы хотите так же путешествовать, как и я? И не работать, путешествовать нон-стоп. Подписывайтесь на канал, обязательно жмите колокольчик, и я вам обязательно расскажу постепенно. Наверное, все расскажу. А может, и не расскажу. Ну ладно, расскажу. Так уж и быть. Смотрим следующий видос. Ребят, да это ж Карлсон! Умеете, могете просто. Приделал себе пропеллер и поехал в гору. Да ладно! Как это возможно вообще? В общем, после ленивого кота ленивый Карлсон. Погнали, смотрим следующее видео. Видео. Девчонка притворилась пьяной, ой, не пьяной, девчонка притворилась, что она спит, а тут заходит мама, а потом она такая вскакивает, офигевшая, что мама ушла, все норм, а мама решила над ней прикольнуться, ну прикольно еще, кстати, у меня тоже так же было. Видео, в общем, называется «Мамку не проведешь». Бандиты, а вы пробовали когда-нибудь провести свою маму? Пишите, получилось ли у вас или нет? Листаем дальше. Погнали дальше.
Can't no hoe tell me shit. Bitch, I'm the shit. Oh, my mom on blood out. They must forgot I was cool. Ну тут все понятно. Вы бандитосы, и они бандитосы. Пошли грабить ларек с собачьей едой. Ну норм, чё. Котлеты эти. Не так хочу на Занзибару. Могу землю жрать там. Ну это уже прям вообще нормально так заходит. Как раз по теме тревела для меня. В общем, женщина жарит котлеты и говорит, нафиг мне эти котлеты, нафиг мне этот жир. Я хочу быть худой, я хочу быть классной, я хочу на Занзибар. Или на Бали, например. Кстати, Занзибар сейчас открыт, можно полететь. Она даже жрать землю будет, но полетит на Занзибар. Вот что люди готовы сделать ради путешествий. Но я вас научу по-другому. Путешествовать не жира, и не нужно будет жрать землю. Как называется их? Зелень их, которая в воде там плавает. Водоросли. Водоросли. Хочу на Занзибар, и все. И вот как-то мне хочется в январе поехать туда. Мне кажется, я поеду. И котлеты я там жрать не буду. Буду жрать водоросли. Смотри, какие котлетки. Охвастается котлетами, но тут же говорит, что поеду на Занзибар, я не буду есть котлеты. Я буду жрать уже не землю, а водоросли, понимаете? Ну, капец. Ну, ради Занзибара я тоже бы, кстати, поменяла бы котлеты на водоросли. Хотя, блин, так котлет охота. Котлета, котлета, котлета. Моя мечта. Кстати, на Бали фарш не продается. А может и продается. Я-то ем водоросли. Хочу на Занзибару. Прям хочется на Занзибару и все. Дави меня. Смешно, я в этом не вижу. Женщина так хочет на Занзибар. Может, поможем ей? Приятного всем аппетита. Мне нужен срочно перекус. Срочно. Я хочу жрать сильно. Сильно. Сначала съедим правое коко. Вот так вот мы его. Ням-ням-ням. Это вкуснятина. Под селедочку. Потом левая. Сантунулёс. Потом левая. Потом все остальное. Глядя на это видео, вообще есть нет никакого желания. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Ну, в общем, вкуснятина под селедочку, майонезика еще там бахнем. И, в общем, такая харизматичная женщина довольно-таки. А, и еще такой, знаете, звук такой. Вот этот звук. Это просто трэш какой-то. Прислушайтесь. Слышите? Вы слышите этот звук? Объяснить этот факт действительно невозможно. Но это просто взрыв мозга. В общем, у меня аппетит отбило на неделю, а у вас? Ну что это такое? Бедный рыбак, он так старался рыбу поймать, а тут такое. По-любому это русский медведь.
Потому что наши медведи самые воровитые в мире. Воровитые? Да. Ну, в общем, воровщики. Ну, вы поняли. Ах, да, я слышала еще такую историю в Сибири, когда охотник подстрелил медведя, а медведь запомнил его, нашел и разгромил ему машину внутри. Представляете? А вы слышали, кстати, эту историю ночью? А медведь нашел, представляете, по нюху своего обидчика. Ну и, конечно же, вернемся к видео, самому первому, авторское видео от Накса. Авторское видео от нас самих. Нужно ли такие видосы снимать? Пишите в комментариях. Прокомментируйте вообще в целом видео, понравилось ли вам или нет. Ну и, конечно же, будем прощаться, ребята. Точнее, как прощаться? До следующего выпуска, конечно же. Все, ребятки, всем пока. Обязательно подписывайтесь на Instagram katie.travel. TikTok также katie.travel. Обязательно колокольчик, потому что без него вам не придет оповещение о том, что вышло у нас видео. И чем больше будет лайков, тем быстрее выйдет следующий выпуск. Всем пока!